их огромное количество, хотя на самом деле их можно разобрать по косточкам, и суть буквально там у многих очень похожа, практически одинаковая, их можно там объединить буквально там в пределах 3-4, да, по направлению, в чем эти диеты заключаются, да, либо с повышенным количеством углеводов, либо с повышенным жиров, либо белков, либо с ограничением всего, ну и так далее. Не буду сейчас, собственно, рассказывать то, что мы, о чем мы будем говорить в следующей передаче. Скажу только одно, что на самом-то деле одной диеты недостаточно для похудания. Поэтому смотрите нас.